Привет. Ну что же, проходим дальше. Медиума. Так, я настроил звук, а то тогда что-то через, мне кажется, через камеру почему-то записывался голос. Сейчас типа должно быть нормально. Стрелка показывает какая-то сюда. Местами FPS падает с 60 до 30, это заметно. О, буклет. Новые горизонты. Программа «Энергия», «Буран». Новый советский космический корабль готовится к взлету. Портативные спутниковые телефоны. Будущее коммуникации. Будущее коммуникации. Окончательная победа над ОСПой. Главное медицинское достижение нашего века. Эй, привет. Что такое красавец делает на такой свалке? Doubling as a spare bedroom. Подрабатывает спальня. Извиняюсь. Оба. Любимая, лето в самом разгаре. Дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работа у меня по горло. Но это хорошая и честная работа. Господин Рикович сказал, что я ценный сотрудник. Представляешь? В этот раз я не подведу, обещаю тебе. Да, подведет он. Подведет всех. Так, еще здесь вот у нас отвертка. Да, или что там? А как мне взять? А, о. Hope you don't mind if I pop your trunk. Не прочитал. Not much here. Тут ничего нет. Как нет? Вот, well, смотри. Хотя вот это мне, пожалуй, пригодится. Так, драться на ней не будет, да? Ow! Shit! Тоже стрибабочка. А что здесь вот? Здесь что-то вот светится. Ну ладно. Так, журнал мы почитали. Чего? Сейчас мы все отбегаем, посмотрим, где что, может быть, что. Ну вот отвертку нашел, это ж хорошо.
тоже пусто. Ты посмотри, что здесь у нас. Я что чувствую? Я тоже вибрацию. Ну, что ты там чувствуешь? Нужно действовать, а не чувствовать. Так, сейчас здесь еще все осмотрим. Не, начало хоть такое немножко затянуто, но тем не менее. Две чивки. То, что осталось, запах тебе выдаст. А, блин. Да, это просто дело времени. Чё там? Даже предметы здесь были ауры. Когда я касалась их, то могла ощутить их прошлое. Слова, образы, отголоски, эмоции. Добро пожаловать в Ниву. Так. Замок, да? Hello? Алло? Anybody есть кто-нибудь? There? Нихт. Locked. Заперто. Obviously. Ну, конечно. Надо искать другую. Давай поищем. Что ж, уж. Ну туда по-любому. А нам понадобится отвертка. So began the great. Что ж, великое ограбление банка 99-го года начинается. Ну, ты начинаешь меня доставать. Здесь все это будет не зря.
странно. А, вот. Крики ужаса, люди бегут в панике. Значит, это правда. Лизня в доме отдыха Нивы. Нужно поскорить этого Томаса и убраться отсюда. Hello? Где кто-нибудь есть? Anyone? Thomas? Thomas? You there? Вы здесь? Весна. Новости, информация и полезные советы для современной женщины. Колодцы предков. Новый детективный роман от Ионы Хмелевской. Эксперты отвечают на вопросы читателей. 10 техник шитья модных юбок. Не, ну коротко, наверное. Дачкинг. Утенок польские легенды. Вавельский дракон, страница 4, почему у меня выпадут зубы, страница 7, снова школа, страница 9, загадки и кроссворды, страница 10, и многое другое. Детская книжка, понятно. Карта. You are here. Я здесь, ага. Так. Прочесть. Регистрация в гостинице. Ковальский, Бруно, Смог, Галина, Мара, Виктория, Железо, Борис. Борис. Так, комната отдыха, самое безопасное место для ваших детей, Нива. Ресторан Нива, народный выбор. Так, лестница брошена. Звезда Большого театра. Вивьен, партийный дом отдыха Нива. Это, ну, Нива. Ой, тут моя тень. Здесь что у нас? Незабываемый отдых на берегу озера. Тут что у нас? Еще одна открытка. Нива. Так, солнышко. Я знаю, что обещал приехать. Но тут такое дело. Представляешь, мне повысили. Да-да, ты все правильно прочла. Теперь начальник отдела персонала. Я теперь начальник отдела персонала. Кажется, теперь можно начать новую жизнь. Чистого листа. Теперь у меня будет свой дом. Ну и у тебя, конечно, и у наших детей. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только представь себе твой... А чё тут? Тут больше нечего ловить. Ну ладно. Мистик.
Мне кажется, если ты боком повернешься, ты легко протиснешься. Hello? Серухи, эй! Томас? Томас? Спокойнее, Мариана. Это самый обыкновенный дом с привидениями. Успокойся и пойди к стойке. О, у меня медальон, половина бабочки. Опять мячик. Так, снова переходы. Привет. You startled me. Меня напугало. Хорошо получилось, да? Ты аж подпрыгнула. Я печаль. Мариана. Sadness. Печаль. Is that your name? Это твое имя? I mean, вполне, по-моему, ты вполне жизнерадостный. Ну, я помню только это. Его. Друзья звали меня как-то по-другому. Ебать, ты посмотрите, чего она сделана. Я забыла, как именно. Твои друзья? Да, у меня тут было много друзей. Но... Теперь их больше нет. Что там под масками? Показали бы нам. С ними что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну хорошо. So, ты тут живешь? Live here? Совсем одна? Ого. Не представляешь, как мне бывает скучно. Представляю. Аж здесь, наверное, было... О, да. Куда народу? Куча народу. Постоянно приезжали и уезжали. Всегда было с кем поиграть. Наверное, было весело. Ага, но теперь нет. Ну... Расскажи, что случилось. Я помню... Люди перестали приезжать. Осталось всего несколько человек. Но и они стали очень грустными и злыми. Они могут тебе навредить. Thanks. Спасибо за предупреждение. Я могу за себя постоять. Послушай, а ты не видел тот... Мариана? Yes. Что? Ты поиграешь со мной? Хоть немножко. Там так давно никто не играл. Okay. Хорошо, хорошо. Но сперва помоги мне. Да, конечно. Мариана. Есть человек по имени Томас. Ты его знаешь? Дай подумать. Я слышал это имя. Ну вот где? Не спеши. А, точно. На третьем этаже. Давай искать там. Пойдем. Постой, я туда не пойду. Не пройду. Черт. Надо как-то подняться. А ачивка от печали до радости. Так, вот когда вот теперь я заметно чувствую, что она подлагивает, да. Так. Подожди, подожди, что там, что там? А, это мой прицел, да.
меня ничего нет, мне нечем открыть все это. Так, где-то что-то должно было измениться. Где-то что-то должно было поменяться. Ну понятно, здесь-то у них есть лестница. А у меня-то их хренам нету. Так. Та дверь открывается. Ну, посмотри, вообще нет ни хрена. Что же мне теперь делать-то? О, лифт. А что еще работает? Might as well see if it works. Нам всегда на третий. Sadness. Печаль. I wished I knew her. Жаль, что я не знал ее настоящее имя. Shit. Черт. Okay, Marianne, just... Здесь Мариан сделал глубокий вдох. Выйти из тела. Ага, вот распределительный щиток. Нужно энергию, чтобы подать на него питание. То есть мы таким образом выходим из тела, да? Надо поторопиться. И лазим по миру духов. Полагающему миру. Выход из тела. Это похоже на прыжок в ничто. Если чересчур раздираться, там тебя может затянуть. Так, еще один рисунок. Типа у меня время, да, ограничено? А, ну вон там белая эта шняшка. Начинаю исчезать. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Надо запустить лифт. Так, теперь все, у меня рука светится. Uh-huh.
Так. А я могу дальше поехать или как? Мне лучше выйти прогуляться. Карту посмотреть. Так. Картина известного во многих странах художника Ричарда Тарковского. Впервые в доме отдыха Нива с 14 июня по 30 июля 1982 года. Ага. Ни сюда и не сюда. Давай на второй. Чё-то как-то ты подлагиваешь, игра. Чё с тобой не так? Ну чего ты, игра? Okay. Now where did так, she и go? Куда она делась? Куда она делась, эта пизда, блять, смотреть на эти две картинки, это глаза надо вот так вот в разные стороны вообще. Ха, что это? Скрикет отвращение. Бабочка, что не видишь? Okay. Not getting through here. Ничего нет, надо чем-то, да, вскрывать. Замечательно. Я не знал, что я так умею. У нас энергия так заканчивается. Поэтому умей там, пожалуйста, чуть поменьше. Подожди, Б. А там были еще такие двери? А, они загородили мне путь. Ага, то есть назад я не вернусь. Так, а что там дальше? Только-то жопа закрытая. Ладно. Погнали. О, бейби, бейби. Ключ. Есть вот этот ключ. Sadness? Печаль. Ну-ка, что там дальше? Ah, gross. It looks like flesh. Is that... Так, это что, кожа? Ага, мне нужен нож. Понятно. Сейчас ходим за ножом. Ключ-то я получил. Так, смотрим на эту картинку. На вот эту. Так.
Дыра, да? Окей. Телефон. Yes. Да. I'm working on it. Работаю над этим. Yes, да, just... знаю, просто... Yes. Да, понимаю. I understand. Просто дайте мне немного времени. Some time. A few days. Несколько дней. You'll get what you Вы получите want. То, чего хотите. Ugh, that voice. Ох, это... I don't know why, не знаю почему, но у меня от него мурашки. Мурашки от него. Что-то погода такая сонная, прям вообще ужас. Looks like the only way. Похоже, иначе никак. Great. Отлично. Так, в принципе, я могу уйти вниз, да? Не открывается, ладно. Начнем вниз. Это еще что было? Папоротник, он стрём, растет. Ну надо. Это комната. It feels здесь cold. Так холодно. Memories of grief. Она дышит скорбью. Одиночество. У меня ничего нету. Мне осталось что-то положить. На, возможно, цветы. Spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Как будто чего-то не хватает. Ладно, давай найдем это что-то. Some objects Некоторые предметы вбирают в себя мгновение. Что там? Right это лишь кажется в определенном месте, чтобы выпустить их. Чего? Так, используйте, чтобы найти точку вспоминания. Все сходится. Ах, подсолнух, что за жеребий? Мерить солнце там же. О, господин Тарковский, не стой. Не стоило? Прошу вас, это меньше, что я могу сделать. Благодарю за вашу работу. Отшлепаю. Счастливые воспоминания. Может, здесь не все так мрачно. А может и нет. Sunflower, weary of time. Подсолнух, что за жребий, мерить солнце шаг дневной. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Так. An old prescription. Старый рецепт. I know these drugs. All too well. Знакомые медикаменты, даже слишком знакомые. А, так, имя Урсула Анна, фамилия Ростовская, так, возраст 1, чембра пипофизин, бусперон, стрельбазин Урсула, так, диагноз депрессивное, расстройство, истерическое, истерический невроз, бессонница, недоедание, назначена электросудорожная терапия, повторное получение медикаментов 6 раз. Окей. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Так, чтобы пройти, мне нужно больше энергии. А, еще один рисунок.
Ой, зевота, блядь. Spark's too weak to absorb. А чё мне it's надо? Like it's missing something. А, о, я вышел на балкон. Чё тут всё разваливается? Looks like I'm in for another dive. Похоже, придётся нырнуть вниз. Так. Something sharp. Ничего острого у меня нету. Так. Покидаем тело. О, боже, ненавижу. Так. Ага, вон и видишь, там что-то есть. Ну что ты? Так. О, блядь! Нихуя! Было внезапно. Так. Ага, острее безумие. Это не бритва, это вина, стыд, сожаление. Так, надо уходить. А, назад теперь, я же в яму прыгнул, да. Ну давай. А я еще сам разрезаю. Disturbingly satisfying. Так. Зеркало. Ты. Я знаю, что ты там. Мог бы собраться с духом и вырезать тебя. Ты не достоин жить. Ты ничтожество. Блять, там тут ноет. Я не раз думал о том, чтобы покончить со всем этим. Но боялся, что часть меня может остаться на той стороне. Forever. Никогда. You to cut you out. Так.
This could be useful. The light of a memory is strong enough to light this place. Так, кто вспоминает, насколько ярко светит до сих пор. Ага. Он как раз про подсолнух-то и говорил. Так. Хочешь прочитать тебе еще одну записку? Какое безобразие. Не волнуйся, я все сейчас уберу. Я всегда буду рядом, любовь моя. Этот человек, Тарковский, он стал ее пациентом. Чё ты, мать, бегать разучилась или что? Почему не работает бег? Так. Ага. There. Now it's strong enough. Так. Всё, мы зарядились. Зарядили. Так, средние прожарки ачивка. Так, а я наверх вообще вернусь? Нет. Блин, как же мне все-таки рубит. О! А вот это ж как раз то место. Сейчас мы выйдем, и там будет та дверь. Да? Все правильно. Вот он, смотри. Прям все отлично. А, блядь, энергия закончилась. Так, что тут у нас? Газетка, да?
Отвоеванная история. Небо полыхает, и по лесу разносится эхо взрывов. Искры сыплются на развалин когда-то неприступного форта Пуласки, где в 45-м году шли ожесточенные бои с нацистами. Но в этот раз ночное небо озарили не бомбы и снаряды, а фейерверки в честь открытия партийного дома отдыха «Нива». На событии присутствовали партийные лидеры, включая генерального секретаря, который произнес пламенную речь. «Пусть земля, на которой наш город самоотверженно боролся с захватчиками вне мира и процветания, станет местом отдыха для рабочих республики», — сказал он. «Это историческое место, освобожденное от оккупантов в 45-м году силами Красной Армии. Сейчас проходит реновация, и вскоре будет открыто для посетителей. В конце июня партийный дом отдыха Нива примет своих первых гостей». Круто. Что там у нас? Томас Рикович. Управляющий, да? Марианна. Печаль. Пожалуйста, не делай так больше. Я же люблю идти за мной. Печаль, не сердись. Это огромное здание. Я заблудилась. Ты просто не отставай. Хорошо. Пойду хвостом. Ты смешная. Очень смешно. Это Томас Рикович. Что? А, точно. Ты говорила, что вспомнила кого-то по имени Томас. Это был Томас Рикович? Он был тут, управляющим? Наверное. Кто думает, что он еще... Я не знаю. Тут был один старик, совсем недавно, кажется. Думаешь, это был Томас? Я не знаю. Старики все одинаковые, морщинистые, старые, фу. Эй, нехорошо так говорить. Что ж, если мы ее встретим, и я, пожалуйста, на секунду. Марианна, знаешь, ох, не стоило нам сюда приходить. Все хорошо, печаль. Гляди, тут никого. Нет. Sadness? Печаль. Да, печаль. У меня сейчас печаль. Почему вдруг при первом запуске я играл, она стабильно работала, а сейчас вдруг какие-то опасные способы. А сейчас какие-то подлагивания. Так, все почти готово. Главное... Здание вышло еще лучше, чем я ожидал. Осталось доделать менее заметные части этого дома отдыха. Черт, это идеальное место. Удаленное, тихое, скрытое от любопытных глаз. Хочешь что-то спрятать? Положи на самом видном месте. Долго же пришлось их убеждать разрешить нам остаться. Но ничего, убеждать я умею. Ой, я наконец придумал. Назову его Нива. Что там? Река или что там? Old invoices. Старые счета, какие-то outdated документы. Documents. Интересно, зачем их сюда ставили? Wonder why someone put them out here. Мне тоже интересно, зачем? Так, медиум детектив, ачивка. О, старик. Девка, старик и эта дверь. В дверях находится старик. It all hit me as soon as I entered. Стоило мне войти в комнату, на меня нахлынула эмоция, тревога, страх, fear, тоска. Longing. I could instantly tell there was Я сразу поняла, что эти часы хранят в себе какой-то секрет. Locked.
заперта. Так. И чё, мне нужно... Мне нужен ключ. Grand opening, I assume. Торжественно. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. У них были большие планы на это место. Ага. Ага. Figures. Ну конечно. Ну, There's gotta be a way to power it up. Да как? Все с помощью способностей все стоит. What the hell happened? Что возьми, что-то произошло. Burn marks? Следы огня, разбитое стекло. Это что, соль? Is that salt? Someone jotted this down. Кто-то недавно это написал. Дела. Так, подъем, будильник не включать, лекарства. Так, перепроверить дорожку в лесу, добраться до гостиницы, выкинуть старые документы, продолжить эксперименты, если останется время, проверить фотографии, перепроверить кабинет, книги, зайти к Эл. Still works. Someone's been using it. Работает, им пользуется. Слишком маленький для дверного замка. Это от часов, дура. My senses jolted as I touched the phone. Мне передернуло. I could tell it had been used recently. Кто-то недавно пользовался. Передерни себе, чтобы вызвать меня. А, отсюда и звонили. Сейчас выхватишь, блядь. Код опять шкодничает. Козел. Так. There we go. Вот так. А. Чё мне там? Теперь у меня подсказки здесь, да, в этой... На этой бумаге. А, я их подобрал, да? Заметки. А, три ночи? А, нет, наоборот, не надо. Наверное, 7 часов надо поставить. О, фонарик автоматом, да, работает? Отключать я его не могу. Так, главное, 3 ночи не ставить. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Да, блядь, господи, Томас, подожди. Я чувствую, что-то не так. Она надвигается. Passage.
черт. Думаю, на этот раз получится. Слишком долго. Что я упускаю? А что я упускаю? Подожди. А, есть так. А главное на 3 часа не делать. Да? А, еще раз. 9, 7, 5. Так, то 9, потом 7, 5. Looks like I'm in for another dive. Ох, надо проверить проводку. Не хотелось бы застрять. Так, теперь 4. Духовный колодец. Я могу впить из него энергию. Ага, ты посмотри. Мне так тебе не хватает. Не знаю, смогу ли. Ладно. Соберись. Интересно. Так. А все, я больше не могу, да? Так, ладно, сейчас 7 часов. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here. Так, кто-то очень быстро спускается проход. И секреты, и секреты. Ты посмотри, что это тут у нас. Ладно, давай. Let's see if it worked. Посмотрим, сработало ли. Okay. Let's get the rest of me in there. Так, давай зайдем, посмотрим. I'll never get used. Ох, никогда к этому не привыкну. Так, что у нас? Не работает. Ох, даже думать не хочу, что за фотографии нужно хранить в таких местах. Так, что тут? Не забудь про красный свет. Включить на 5 секунд в каждой кювете по 3 секунды. Просвет фотографию. Заставляет засвеченные участки кадра почернеть. Чем меньше света попало на участок, тем более близким к серому будет его цвет. Участки кадра, на которые свет не попал, не поменяют цвет. Стоп-раствор. Останавливает процесс проявки в действии проявителя и нейтрализует фотобумагу. Фиксатор. Удаляет с бумаги серебро и закрепляет изображение. Okay. Ладно, это мы проходили. Для проявки снимка нужна жидкость 3 видов. А, чуть я уже не могу, да? That's one. 2 more to go. Есть, нужно еще одна. Это что вообще? Фиксатор. 3-я нить.
Что там? Фиксатор, да? А это что? Стоп. Стоп-раствор. Looks like there's a train missing. Одна лодка не хватает, да? Так, а что у нас тут? А. Значит, сюда мы наливаем фиксатор. Так, мне еще один, да, нужен? Мне нужен лоток. Suppressing, huh? Подавление, значит. Not sure I like the sound of that. Звучит. Подавление сверхъестественных сил. I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. Как силуэт за занавеской. Что-то там. Смотрим. Она становится сильнее. Я чувствую, как она просачивается. Вползает в мой разум. Хочет выбраться наружу. Нельзя его пускать. Я его не выпущу. Даже если... Нет, я найду другой выход. Странно, что-то случилось. Так. Okay. That's all of them. Так, это все, да? Ну, не все. Надеюсь, все не следуется этому из книги. Или молот ведьм. Блять. А, вон лоток. This should come in handy. Это не пригодится. Давай, я поднимаю его. Так. Теперь же. А, ставим лоток. Что там было второе? Стоп. Простор. Это первое, да? Какие там правила? Так. То есть, ага. Пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Это мы там, что ли? Раз, два, три. Да, это мы там. Что за черт? Who's there? Кто здесь? What? Какого черта происходит? What the fuck is this? Come on.
Ёбаный. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Он смотрит. Пожалуйста, не смотри. Hello? Are you alright? Ты в порядке? Да видишь, он тварь. Не смотри на меня. Жжется как больно. Так, экшон. Боль. Прекрасно. Wait, don't go. О-о-о. Я конец сил. Да, это было слишком резко. Вот, блядь. Камера вот... Надеюсь, это ничего не, это, не испортит. Ни никаких ачивок. Wait, don't go. Так, блядь. О, господи, побежали. Бля, нихуя, нихуя. Ебать, ебать, беги, блядь. О, God, no. Давай, беги, блядь. Да, блядь, пиздец. Да я понял, понял. Ты конец всего, да. Конец, блядь. Ну что, блядь. Концами, может, и померимся. Въебывайся. Конец он. Блять. Куда ж там бежать? Wait, don't go. Oh God. Don't leave me here. Alone. Naked. Let me try you on. Oh, God, no! Don't worry. You'll be just fine. I have your interests and your profit as well. Бля, 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 бля. Беги, 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 беги. Don't be alone ever again. I want everything. It all ends in me. Not a fan of life, ну все, да? Я так и думала. Fucking figures. Так, короче, по времени уже достаточно. Было сохранение. Блин, появился теперь монстр. Наконец-то можно бегать. Несколько раз продул, но ничего. Надеюсь, никак это не повредит. Так что давай, до скорого.